Я так долго ждал этого дня, вы не представляете. Очень много друзей, знакомых снимается в этом проекте. Я, если честно, в большом предвкушении. Зрителям стоит ждать сериал про молодежь, про их выбор, про их путь, про их проблемы. Сильную драму о дружеских и романтических отношениях. Около 300 человек съемочной группы, около 150 человек артистов и около 4000 артистов массовых сцен. Все эти люди собрались однажды, чтобы это кино снять. Слово «Пацана, кровь на асфальте» является флагманским проектом. Мы долго ждали его, долго готовили. Для меня это авторский проект Андрея Першина. Про нас, про время, про страну, про боль, про любовь, про ненависть, про то, как было, про то, как должно быть. 2 часа репетиции, и, как видите, все получилось. Это точно сериал, который войдет в историю кино. Я хочу сказать огромное спасибо группе за то сотворчество, которое ежедневно происходило с 15 февраля по 9 августа. Спасибо вам всем. Я думаю, что этот сериал будет большим хитом. И это не в пошлом смысле этого слова, а вот так, знаете, по-настоящему. Было какое-то хорошее опустошение, ощущение сделанной работы, какой-то важной для нас. Вам обязательно стоит посмотреть, потому что стоит вспомнить то время, и надо знать, как надо делать и как не надо делать, и как вообще жили в то время пацаны. Желаю вам приятного просмотра.